Всем привет! Сегодня у нас челлендж карамель против манго. А с чего ты решила, что у тебя будет манго? И с чего ты решила, что манго будет вкуснее карамели? Ну, мне так кажется, сейчас я рулетку создам. Ребята, пишите в комментариях, что вам нравится больше, карамель, продукты со вкусом карамели или со вкусом манго. Мне, если честно, очень трудно решить, потому что я люблю какие-то вкусняшки и со вкусом карамели, а что-то люблю со вкусом манго. Милана, ты что хочешь, чтобы тебе попалось? Манго. Манго? Лика, ты? Манго. Ну, здрасте, а я бы хотела, если честно, наверное, карамель. Девчонки хотят манго. Ну, это не знаешь, что там ты выбрала карамель? Да, кстати, ребята, сегодня для девчонок выбирали мы с папой продукты. Не девчонки выбирали для себя, а мы. Итак, кто, подождите, камень, ножницы, бумага, кто крутит рулетку? Конфетки будут фоном. Давайте. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Это что? Камень, но камень ломает ножницы, да. Давай. Милашка, крути, показывай нам. Та-дам! И что же? Это бог. У Миланы сейчас будет, и это? Карамель. Карамель. Это манго. Карамель. И это карамель. Карамель! Карамель! Милана, у тебя карамель. А у Лики манго. Лика радуется, думает, что там сейчас такая вкусняшка будет. Я говорю, мне трудно определиться. Мне кажется, вкусная как карамель, так и манго. А вы, ребята, не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан, и конечно же, поддерживать лайками. Итак, первый продукт. Девчонки не знают, что мы подобрали для девчонок. Ну что, девчонки, берите свои коробочки и показывайте нам, что же там в коробочках. Ага, я сказала тебе, что карамель бывает очень-очень вкусной. И манго тоже вкусное. Итак, ребята, у Миланки попался вот такой вот пудинг, соленая карамель. И это очень вкусно. А у меня такой йогурт. И вот это Лика любит, а вот это я люблю. Да, кстати. Немножко, да. А у Лики попался тоже йогурт с хрустящими шариками со вкусом маракуя манго. Новинка. Ну, новинка не новинка, мы это уже пробовали. Много-много раз. Да, и ну это очень вкусно. Еще и соленая карамель. Это, наверное, очень вкусно. Мне тоже очень вкусно. Да, у Лики тоже вкусняшка. А вкусно. Давайте мы будем пробовать это и это, будем говорить, у кого вкуснее. Я не знаю, как хотите. А давайте правда так будем пробовать. Карамель. Смотрите. Так что, как вы делаете? Пробуйте продукты? Я пробую. Только будем честно говорить, кто вкуснее. Да, честно. У кого вкуснее? Карамель. Пудинг, соленая карамель вкуснее? Да, намного. Я тоже думаю, что пудинг будет такой пооригинальнее, повкуснее. Еще соленая карамель. Да. Вообще, если честно, очень люблю всякие сладости, вкусняшки с соленой карамелью. Как это вкусно. Лики тоже вкусненько, конечно. Ну, как бы... Простой йогурт, но здесь самое интересное, это шарики, которые немножко такой кислинкой. Ну что, девчонки, кушают свои пудинги, йогурты, а мы переходим к следующему раунду. Что же там вкусняшное мы для вас приготовили? За мне за манго. В смысле, у тебя карамель? А мы же не крутили. Один раз крутанули. Не, один раз крутанули. Давай! Та-дам! Что это? Лика, покажи. Это мороженое со вкусом манго. А это у Миланы. Тоже мороженое со вкусом карамель. Это, смотрите, пломбир. Мороженое с начинкой со вкусом карамели с карамелизированным фундуком. Ничего себе. А у Лики там тоже манго и маракуя, да, по-моему? Ничего себе! Давай откроем. Ничего себе, ребята!
вот так вот выглядит милашки. И вот так выглядит миланка. Ну что, девчонки, чье же мороженое будет вкуснее? Со вкусом манго или карамели? Дует, правильно? Дует, да, то у нас не такое прям ледяное. Я попробую. Ну как ли? Такое. В смысле, твою? Твою карамель. Мне кажется, нас обманули. Почему? Тут персик, я не могу. Не может этого быть. Джем персик. Ну, давай мне крышку. В смысле, тебя обманули? Ну, ты, конечно. Тебя обманешь. Ага. Это мороженое. Лика, это вообще-то йогуртное, ничего? Да. Манго и маракуйя. С кусочками манго. С кусочками манго. Это йогуртное мороженое. Ничего себе, Лика, у тебя мороженое попалось. Какой вкуснее? Можно я попробую и скажу, какое сейчас вкуснее? Сейчас я попробую. Посмотри, у тебя прям манго. Я обожаю, кстати, йогуртное мороженое. Я не могу определиться. Ой, какое вкусное. Я попробую Миланкино. Тоже очень-очень вкусно. Сейчас попробую Миланкино. А как определиться-то? Милане не нравится, понятно. Милане больше мое понравилось. Короче, девчонки не могут определиться. Какое же мороженое вкуснее? Ну, на самом деле, очень трудно определиться. И манго, и маракуйя очень вкусно. Но у Лики у такое, потому что у тебя йогуртное мороженое. А йогурт, он дает небольшую кислинку. Но оно такое воздушное, как будто бы вот взбитое, да, такое вот. А у Миланки очень много орешков, там, карамели. Вкусняшка, девчонки. Это реально вкусняшка. Предлагаю переходить к следующему. Мне нравится. Ничего так мы вам подготовили? Карамель и манго. Давайте почаще снимать. Там очень много вкусов еще таких. Ну что, девчонки, разбирайте. Что там в коробочках? Карамельный. Что там у тебя? Чудо-десерт. Опс. Манго персик. Я вспомнила, помнишь, сырок желтый так попробовали? Актуаль. Актуаль. Да. Итак, у Миланы попался сырок. Да, Ликин любимый. В карамели, с карамельной глазурью. Милана не очень довольна. А у Лики вот такой вот чизкейк со вкусом манго и персик. Ну-ка. Кстати, он очень вкусный. Мы, правда, пробовали, по-моему, вишневый, да, как-то? Ива. Такой тоже, да, с манго пробовали? Три шоколада мы не пробовали. Три шоколада не пробовали вкус? Девчонки решили попробовать. У кого вкуснее? Я уже тоже попробовала Ликин десерт. Это вкуснотища. Тебе больше понравился твой десерт? Да. Милаша, тебе, если честно. В этом раунде побеждает манго. Тебе тоже вот такой десерт больше понравился. Ну что, переходим к следующему раунду и посмотрим, что же там за продукты. Ну что, девчонки, что же там в коробочках? Итак, йогурт. А я ложку, кстати. Ложку забыли. Папа, тащи ложку. А у Миланки вот такая вот карамель сливочная. Лика открывает йогурт. Этот, кстати, вкус карамели очень вкусный. Йогурт, кто да? Кто открывает этот йогурт? А? Я так его открываю. Кто, говорит, так же открывает этот йогурт? Я всегда его так открываю. Я люблю очень вишня. Я йогурт люблю вишню, клубнику. Манго, честно говоря, не помню. Манго вкусное. Я вишню и манго люблю. Я клубнику еще люблю. А еще черника, пробовала. Кстати, вот черника не люблю. А я вообще не пробовала. Да, конечно, вообще пробовала. Единственный вкус, который мне не понравился вот у этого йогурта, это яблоко и корица. Такой есть? Яблоко и корица. Мне не очень понравился вкус такой. Ну, ложку мне принесете? Карамелька вкусненькая. Прямо она такая, как сливочная. Да нет, вкусная прям такая карамелька. Вкусняшка. Спасибо, Милаш, но я пока это кушаю. Ну что, Лика, пробуй свой йогурт с манго. Вкусно? Что? Что-то не чувствую манго. Мне кажется, здесь присутствуют томаты. Да? Мне кажется, здесь что-то другое. Конечно.
Нас опять обманули, Лик. Нас опять обманули. Кошмар, что же делать? В мороженое вместо манго положили персик, а в йогурте нам положили вместо манго томаты. Какой-то другой вкус. Попробуй. Да не хочу пробовать. Попробуй, сказал. Манго, значит, прям написано, смотрите, манго. Да я не чувствую там манго. В этом раунде. Карамель выигрывает. Не понравился ли йогурт? Карамель выигрывает в этом раунде. А мы переходим к следующему. Опять йогурт. Это, во-первых, не йогурт, Миланка, покажи нам. О, бит, наконец-то, я дождалась. Итак, у Миланки пудинг, карамельный пудинг, а у Лики актимелька, манго и жасмин. Попьем. Ну что, девчонки, пробуйте, пробуйте у друг друга, что давай вкуснее в этом раунде. А, Милашка, тебе нравится такой пудинг? Я люблю такой пудинг карамельный. Да. Есть еще шоколадный, ну, так себе. А вот я карамельный шоколад самый не вкусный. Пробовала. Я шоколадный не пробовала пудинг? Вкусно? Смотри, еще не попробовала. Вкуснее? Да. Попробуй карамельный я пудинг. Хочу. Ты знаешь, да, вкус? Ну что, Лика решила, что в этом раунде... Раунде вкуснее... напиток со вкусом манго, а пудинг девчонкам не очень как-то понравился. Мила, что вкуснее? Лики напиток? Да. Ребята, пишите в комментариях, кто сегодня победил, манго или карамель? Или гномик. Манго или гномик? Это вообще-то не гномик, а олень. Олень. Не забывайте, девчонок, поддерживать лайками. И на этом челлендж манго против карамели подходит к концу. Всем пока! Пока-пока!